появилась организм Вигиланза и Supervisory Board, кроме совета директоров, внешнего аудита, аудитора. С одной стороны, они решили вопрос, так сказать, устойчивости бизнеса. С другой стороны, все компании средние сказали, такая бюрократическая надстройка, она утяжелила бизнес. То есть универсальное решение создало проблему. То же самое, вот мне сейчас прочитал в мае 2024 года вышел интересный доклад по обобщению, так сказать, новаций в кодексе корпоративного управления. Потому что я считаю, что это действительно очень важная история для эмитентов. Даже в сегодняшних условиях, когда мы уменьшаем раскрытие информации в силу некоторых объективных причин, тем не менее, компании должны уметь о себе говорить, так сказать, в рамках supervisory бордов, в рамках schedule бордов. Это, так сказать, такие открытые дискуссионные площадки, на которых компания говорит, может быть, не докладывает официально в пресс-релизах о своих, так сказать, развернутых планах, но говорит, куда она двигается. Потому что весь мир сейчас двигается от понимания текущего среза, даже, так сказать, аналитические отчеты, текущая конкурентоспособность уходит в логику долгосрочной, устойчивой конкурентоспособности. А может ли компания в течение 5 лет поддерживать такой темп роста?